Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на моем занятии. Меня зовут Анна Андреевна. Сегодня мы будем с вами рисовать акварельными красками. Приготовьте, пожалуйста, ваше рабочее место. Нам понадобится альбом. Найдите где-нибудь листочек формата А4, кисточки толстую и тонкую и простой карандаш. Итак, для начала давайте сделаем небольшой набросок. А рисовать сегодня с вами мы будем красивых, беленьких, пушистых зайчиков. Кто мне скажет, почему зайка беленький? Летом он серенький, а когда наступает зима, холодно, у него шерстка меняет свой окрас на белый. Подумайте и скажите мне, почему так происходит. Итак, ребят, все правильно. Зайчику надо уметь маскироваться под белый снежок, который выпадает зимой. Сейчас давайте с вами нарисуем сначала набросок. Нарисуем набросок. Значит, сначала давайте расположим лист горизонтально и нарисуем овал. Так вот, овал. Это будет голова нашего зайчика. Здесь будет тоже круг. Это будет его задняя лапка. Давайте ее уточним вот таким образом. Вот. Уже что-то похожее на зайца. Правильно? Лишние линии мы аккуратно подтираем. Так, обязательно хвостик пушистый. Так, теперь передние лапки. Так, тут вторая виднеется. Так, теперь тут голова. Так, здесь у нас будут глазки. Так, вспомним, как там они выглядят у него. Носик. Он может немножко улыбаться. Усики. Бровки. И, конечно же, длинные заячьи уши. Да. Зайчишка получился немножко полненький получился. Давайте мы сделаем немножко худее. Вот так вот спинку подрисуем. Это лишнее сотрем. Вот так. Теперь будем переходить по краске. Переходить к краскам. Зайчик у нас беленький. И фон тоже беленький. Что мы с этим будем делать? Давайте раскрасим фон в разные цвета. Ну, допустим, в голубой, под цвет неба. И тогда наш зайчик
будет контрастно смотреться и выделяться. Но перед тем, как красить фон, давайте зайчика раскрасим в белый цвет и раскрасим мелкие детали: глазки, носик, ушки. Но сначала в белый цвет. Аккуратно покрасим, чтобы он у нас отличался от бумаги. Чтобы совсем не закрашенный не оставался. Так. Закрасьте розовой краской. Можно смешать не такой яркий розовый. Можно, вот, если есть у кого, смешать, допустим, розовый с таким вот бежевым. Видите? У него ушко. Так, носик у него же тоже розовый. Теперь давайте нарисуем черненькие глазки. Аккуратно, тоненькой кисточкой обводим глазик. Не забываем оставить блик, то есть беленькую полосу, беленькую точку на глазике. Стараемся не делать краску слишком жидкой, когда прорисовываем мелкие детали, такие как глаза, такие как глазки, носик. Thank you.
закрашивать фон. Допустим, будет синий фон под цвет неба. Вот такой зайка у нас с вами получился. Присылайте ваши готовые рисунки в группу Вайбере. Всем спасибо за внимание. До свидания.